чувство – это когда маленькой подаренной тебе машинке радуешься больше, чем в будущем купленным автомобилем. С вами программа «Своими глазами». И сегодня мы поговорим о весенних детских потребностях и радостях. Вместе с моими помощниками определим перечень вещей, необходимых для большого счастья маленькому человечку. Пока мои герои притихли в объятиях плюшевых медведей, набираются сил перед съемками, не лишним будет напомнить нашим дорогим родителям. Весна, товарищи, весна. Для активных прогулок детям нужна правильная экипировка. Поэтому под номером один в нашем списке нужных весенних вещей выступает демисезонная куртка. Удобная, легкая, вода и воздуха непроницаемая, из современных материалов и, разумеется, модного дизайна. Это вот именно то, что сейчас модно в сезоне. То, что вот именно такой оттенок. Все оттенки зеленого, бирюзового, фисташкового оттенка. Евгения, мама очаровательной Ники, следит за трендами. Ей важно, во что одет ее ребенок. Свой тщательный выбор молодая мама остановила на курточке с цветочным принтом. Будущие мужчины выбирают сочный зеленый, насыщенный синий, сдержанный серый. Актуальное сочетание синего с терракотовым и бирюзой. Мальчишкам важно, чтобы было удобно и функционально. И самых разных карманов побольше. Для межсезонья незаменимая вещь – жилет. А как потеплеет – толстовка. И, конечно, джинсы. Без них весной никуда. Обувь по сезону в нашем списке под номером 2. Дышащая, влагонепроницаемая, современная. Вот это вот для девочки вообще. Ну, опять же, можно и на выход куда-то одеть, и можно так прогуляться. А чтобы прогулка по весенним лыжам была запоминающейся, лучше совершить ее в компании лучшего друга детства – велосипеда. Он третий в нашем весеннем рейтинге – детский, подростковый или совсем взрослый. А если крутить педали и лень – электромобили. Они становятся все более доступны по цене, и разнообразие впечатляет. От квадроциклов до радиоуправляемых мобилей для малышей от 2 лет. А если человечек еще самостоятельно еле умеет передвигаться – коляска-трость родителям в помощь. Удобные в использовании, несколько позиций спинок, то есть удобно для транспортировки ребенка. А также удобно хранить, переносить. Если, например, у мамы будут заняты руки. Особенное место в нашем списке занимает автокресло. Весной мы чаще отправляемся в маленькие путешествия на автомобиле. И безопасность детей в наших руках. Так же, как и их свободное время. Занять его помогают игрушки. На 5-м месте нашего списка вещей для счастья – новинки игрушечного мира. Производители превосходят самих себя. Чего только стоят шпионские часы, или космическая станция, или машинка, которая ездит по стенам. А есть и такое чудо. Я бы еще выбрал какую-нибудь сигнализацию. А для чего она? Чтоб охранял дом там, чтоб никто не приходил в мою комнату, когда я сплю. Девочкам научиться ухаживать за собой поможет вот такая кукла. Для самых заботливых будущих мам – игрушечные малыши. Всех детей порадуют конструкторы и, конечно, мягкие плюшевые друзья. На долгую память о счастливом, беззаботном детстве. Спонсор программы «Своими глазами» – сеть магазинов детских товаров «Дортс». Весеннее поступление одежды и обуви для детей всех возрастов. Большой ассортимент велосипедов, электромобилей, колясок, автокресел и игрушек. Действуют весенние скидки от 10 до 50%. В «Дортсе» найдется все, что нужно ребенку для счастья. Берите пример с детей. Они живут в настоящем. С вами была программа «Своими глазами» и я, Юлия Аржанова. До встречи на 7-м канале.